Всем привет! Представляю новое видео из серии «Как обмазать свой страйкбольный глок печатными деталями». В данном случае это цимоглок. По данному направлению планируется несколько коротких видосов. Конкретно в этом видео я продемонстрирую печатный магвелл, короткий магазин с пяткой и бубен для CM-030. По-быстрому соберем и постреляем. Переходим к сборке. Для начала поменяем крышку мотора на крышку в виде магвелла. Замена проста. Выкручиваем два винта, выбиваем пин, установка в обратном порядке. Теперь соберем короткий магазин с пяткой. Для этого нам понадобится донор в виде штатного короткого магазина. Необходимо перекинуть все пружины, зацепы, толкатель и крышку с винтами на печатный магазин. Пружину для шаров желательно заменить. Используем пружину от старой механы с примерной длиной 160 мм. Сборка не должна занять много времени и сил. После установки всех элементов вставляем пружину через нижнюю часть пятки и фиксируем крышкой. Готовенько, но есть нюансы. В зависимости от настроек вашего принтера, напечатанный магазин может отказаться фиксироваться в шахте пистолета. Для этого необходимо слегка подрезать выемку на магазине, так как это делаю я. Также возможна неподача шаров из-за зажатого зацепа. Данную проблему можно решить, если немного расширить полость, в которой установлен зацеп. Я это делаю канцелярским ножом. Основным отличием от штатного короткого магазина является отличный внешний вид магазина с пяткой, а также увеличение шаров аж на 5 штук. А теперь переходим к сладенькому. Меня давно об этом просили, и я это сделал. Кажется, теперь на пистолетках лучше не появляться. Итак, бубен для цимоглока. Как собирать сам бубен, можно посмотреть, перейдя в видео по подсказке или по ссылке под видео. И я лишь покажу, как собрать бубен с магазином для глока. Для сборки, за исключением основного механизма бубна, нам потребуется 4 печатных детали, пружинка от пулеметного короба длиной 50 мм, данную пружину можно заменить аналогичной пружиной с внешним диаметром 8 мм и внутренним не менее 6 мм. Два винта ISO 7991 M3 на 25 мм и донор в виде короткого магазина для цимоглока. От него мы возьмем только заднюю стенку и верхнюю часть с зацепами. Сборка производится в следующем порядке. С магазина донора перекидываем детали фиксации шаров и заднюю стенку. Затем в новый магазин вставляем пружину для подачи шаров. Теперь прикручиваем к магазину деталь-соединитель при помощи двух винтов. Далее вставляем нижний конец пружины подачи в механизм подачи и всю получившуюся конструкцию устанавливаем в бубен. Фиксируем винтами и готово. Можно и пострелять. Кстати, штатной кнопки сброса магазина достаточно, чтобы надежно удерживать такую громоздкую конструкцию, как бубен.
Как видите, все работает, стреляет. Даже аккум раньше сел, чем шары закончились. Подводим итоги. Модельки получились, модельки бесплатные, так что пользуйтесь на здоровье и не забывайте про автора. И делитесь этим видео. Что же будет в следующей части, я, если честно, еще не решил. Как решил, сообщу об этом в группе ВКонтакте, так что добавляйтесь и туда. Там много интересного по сопутствующей тематике. А у меня на сегодня все. Всем здоровья и до скорого.